С мая по июнь, когда происходит цветение, налив и созревание озимых и яровых культур, в Поволжье стояла жаркая и сухая погода. На сегодняшний день в 30 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение было подписано 10 июля губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. По данным Министерства сельского хозяйства, гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади около 500 тысяч гектаров. Пострадало 639 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Общий ущерб оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. Это лишь цифры предварительной статистики, за которыми скрывается трагедия многих фермерских хозяйств области. Вот как, к примеру, обстоят дела в хозяйстве имени Петра и Павла в Дергачевском районе. Эта засуха, во-первых, отличается тем, что в 2010 году была хотя бы осенняя влагозарядка, что повлияло на вырастание озимых, дало озимы. А в этом году влагозарядки не было с осени, и дополнительная жара убила. Введение режима чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы Министерство сельского хозяйства области за 5 дней разработало план по ликвидации или снижению ущерба от засухи, а фермерские хозяйства области смогли бы получить компенсацию с федерального бюджета хотя бы прямых затрат. Пока остается неясным вопрос, откуда правительство Саратовской области собирается брать деньги на компенсации, так как федеральные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства основаны в основном на софинансировании из местных бюджетов. А как нам известно, бюджет Саратовской области в настоящий момент назвать безубыточным невозможно. Денис Белоусов, Ольга Копшева, Виктор Рыков, Открытый канал.